Ну вот, ребят, приехал я на первую базу смотреть, договариваться с вагончиками. Получается, вот такой вагончик, в принципе, он 6 метров в длину, 2-4 в ширину. Это уже не для нас, это для кого-то готовится. Два окошка, получается, но внутри без перегородок он пока. Сейчас внутри покажу. То есть, вот такой вот. Сзади глухая стенка, все обшито. То есть, как-то так. Дверь железная на замке. Получается, и вот идет внутренняя отделка. Тут вот, как она называется? Пароизоляция. То есть, он, и получается, и не потеет внутри, и там, то есть, и тепло. То есть, уложено вот, толщина хорошая. Это вот так металл. Утеплитель, окна обшиваются, это все таким материалом, то есть нигде не дует. И мы хотим еще сделать так, чтобы было, как входишь, две перегородки на две секции поделить, чтобы в одной были кошки, в другом отделе сидел Марик. Сейчас будем узнавать цены, что как. Дальше продолжим. Ну что, ребят, я оттуда уехал. Получается, это была первая точка по вагончику, который я смотрел. Но это меня как бы рекомендовали вот это вот, ну, вот это место, мой знакомый. То есть он там работал, и у него там типа... Это как бы сделали для, ну, как со скидочкой ценник, сказали... Такой вагончик с перегородками, плюсом еще будут перегородки, и он, как сказал, озвучил мне цену, вообще, которую мы смотрели вагончика в завершенном виде, у него цена 174 тысячи. Это без перегородок. За одну перегородку плюсом еще 8 тысяч, а нам надо две перегородки с дверьми. И получается, ну, я ему объяснил всю суть ситуации, что как... Это волонтерское движение, тому подобное. Получается, он говорит, если будем работать, то эти перегородки, это непосредственно я с хозяином разговаривал, не с работником, а именно с хозяином этой базы. Он говорит, я сделаю это все, ну, перегородки будут от меня как в подарок собачкам. Он говорит, у меня у самого, говорит, собака с помойки живет. Озвучил мне цену 174 тысячи за этот вагон. Это 2,40 на 6. Вот. Сейчас едем в другое место, посмотрим, какие там цены. Будем определяться, думать, что, как, где. Но я как бы рассчитывал, конечно, на 150 максимум, что за вагон 150. Но что-то чувствую... Нам бы до 200 с транспортировкой бы уложиться, потому что тоже с другого, совершенно с другого конца города нам везти Кани за город. Это где-то будет километров 50. А транспортировка берется, оплачивается туда и обратно машины. То есть будем смотреть, думать. Сейчас едем в следующий, где строят вагончики, делают, на другую базу. Узнаем, сколько там без знакомства будет стоить нам такой же вагон. Там продолжим. Ну что, ребят, здесь я побывал тоже. Посмотрел. Здесь, конечно, так, в таких полуразобранных состояниях или в полусобратых, как назвать, нету вагончиков. Ну, тут, в принципе, они строятся везде однотипные. Но единственное, мне здесь вышло, сразу говорю, подороже. Здесь выходит все полностью под ключ, как мы хотим и как мы видим. 192 тысячи. Это уже вместе с доставкой, кстати, посчитано. 192 тысячи вместе с доставкой. Со светом. Там я что-то про свет как-то не узнал. Но вроде они тоже должны быть все со светом. Получается, но тут утеплителя накладывается побольше.
единственно, еще больше. Ну, там, конечно, тоже можно сказать, они добавят, и, соответственно, ты только плати, и тебе будет все, что ты захочешь. Окна, межкомнатные проемы, то есть, ну, он выходит, грубо говоря, где-то, и вот если тут все полностью комплекс выходит 192, то там выйдет полностью комплекс, наверное, 185. Ну, тем самым, да, мы сэкономим 7000. Сейчас поеду, сейчас, конечно, позвоню, с Машей все обрисую, Вовке, нашему оператору. Будем думать, решать, что где. А, и еще, что у меня здесь. Здесь будет вагончик, если готовить. Здесь будет вагончик готов через неделю, а там только через месяц. И это тоже важно. Потому что съезжать надо быстро, но с другой стороны, нам сейчас куда торопиться? Марья Ивановна в больнице лежит. Ну, не знаю, будем думать. Пишите, ребят, тоже, как вы, что думаете, пишите в комментариях. Я еще заеду, конечно, сейчас в пару мест у нас будут по пути. Заеду, узнаю ценник, но я думаю, разбег будет где-то... Ну, минус я не думаю, но плюсом тысяч по 10 будет добавляться. Ну, как... Ну, за 150, как я планировал, нет таких цен. Ладно, ну мы сейчас поедем, отвезем, нет, вы дальше все увидите сами, кого мы отвезем и куда мы отвезем. Так, ну мы приехали вот в клинику, забрал я Викторию, куратора собачки Вероники, которую мы забирали, попала под машину. Она отсидела в стационаре, вот какой. Виктория нашла передержку, то есть, и сейчас мы ее забираем. Оплачиваем все, если есть долги, забираем и едем на передержку. Спустился в стационар. Маленький. Валюшка. Валюшка, плюшка. Как дела у тебя? Как ранка поживает твоя? Заживает? Капельницы ставят. Катетер стоит. Это вроде срастаются шовчики. Не хочет, наверное, лежать все-таки. Сейчас у нас вроде было жирковато. Получается. Как-то так. Ну вот, сказали, что сейчас только что перестали капать. Валюшку. И сейчас мы заберем Веронику, и будет обработка швов. Потихонечку ползает. Вставать пока не встает. А вот красотка. Дашь лапку? Дашь лапку? Я же не Маша. Я не Маша, дай лапку. Ой, лапку дает красотка. Ой, красотка дает лапку. Ой, молодец, молодец. Ой, улыбается. Сейчас уколет вакцину, собачка забита. Ну вот, ну, давай снимем. Собачка забита, делает вакцину. Это же от этого, от энтерита, от всего. Да, да, да. Молодец. Выдержала. Все, теперь мы сейчас смотрим по долгам и едем. Ну все, вот сейчас пересчитали. Собачка уже загружена. Сейчас пересчитали. Остаток по долгу 540 рублей. Сейчас куратор Виктория это все оплатит. И, блин, забитая бедолага вон. Какнула немножко. Так она не оттаяла, сидя в стационаре. Не стала, ну не сказать бы, чтобы ручной, но хотя бы у нее страх вообще не ушел. Вот, сейчас поедем в другой приют. Там ее, Виктория договорилась, там она ее оставит, то есть как на передержку. Вот, снимать я там уже не буду. Ну вот. Ну что, ребят, мы снова здесь на базе, где делают вагончики. Не стали долго ждать.
приехали вот с монтажером. Будем сейчас зарисовывать схему, какой нам надо вагончик. А получается, подписывать договор и будем оставлять задаток. Со всеми скидками, как бы мы, как сказать, просили, у нас будет выходить постройка вагончика вместе с доставкой в 185 тысяч. То есть это дешевле, чем я смотрел в первом месте. А? Установка. Ну, с доставкой, с установкой. То есть 187 тысяч. Вот, не 185, 187. Выходило почти под 200, но вот еще выбили скидку, как малоимущим. 187, последняя цена. Вот. Но утеплитель будет лежать хороший, то есть намного больше. Там ложат 50, а здесь будут сотку ложить утеплитель. То есть кошки уже точно не замерзнут зимой. Вот. Сейчас вот одни клиенты, как бы вот сейчас взяли, хозяин занят. Сейчас дальше продолжим, как он освободится. Ну вот, ребят, расчехлили нам мы копилку, все-таки нам пришлось, как бы мы не хотели от этого уходить. Снял я первый вот задаток, они сейчас берут 50%. Зарисовали схему, все сделали. Сейчас оставляем задаток. 90 тысяч здесь получается. Подписываем договор. Вот. Оставляем денежку. Раньше брали по 30%, сейчас по 50%. Подписываем договор и ждем 7-10 дней. Вагон будет наш. Ну все, ребят, вот подписали договор. Оставили задаток, плюс то, что оставили задаток полцены 90 тысяч, ну потом 97, на, вон, возьми. 97 нам надо будет до полной, это уже даже с перевозкой. Потом, то есть по факту, когда через неделю нам сделают вагон, уже заготовка есть, стоит. То есть получается, мы будем где-то через 7 дней его забирать. Ну и все получается. Оставили, ждем. Сейчас Саня позвонил, сказал, она там наймет трактор, расчистит, сделают, приготовят площадку именно под вагон, чтобы мы привезли его и просто поставили. Все, на этом все. Работу сделали большую. Как ни прискорбно, и как бы мы не хотели от этого уйти, чтобы не расчехлять нашу копилку, которую мы собираем на дом. Но тоже с этого съемного дома надо съезжать, для кошек что-то готовить, для Марика. Других выходов нету. И все. Благодаря вам, опять же, это вы, вам спасибо, вы купили нам дом. Ой, дом, вагончик. Всем пока.